темно, не по. Маргарита, не мешай луки делать. У нас тут урок труда. Буди-буди-буди. Да, она мальчик, да? Он. Он мальчик. Папа пойдет выпускать не значок, а расцветка, ванс, да. А здесь вот Билли Айлиш значок. Ты меня испугала. Доброе утречко. Время 7:30. Собираемся в школу, да? То есть не в школу, а сегодня будет первый онлайн урок, уроки. Да? Ксюнтик устал уже. Все, открывай окошко. Давай-давай, открывай окошко. Ты что, холодно? Всем привет. Всем привет. Ксюш, ты проснулась, нет еще? Давайте зубки чистить. А сколько у вас, до скольки занятия хоть будут? Как обычно? Бонь, доброе утро. Пушистый мячик. Я лучше пойду в школу, чем дома. Да? Ну, не знаю, сколько вы так будете дома учиться. Может быть, недельку эту. Посмотрим, пока еще неизвестно, сколько времени. Непривычно утром вставать, да? Все это время вставали в обед, в 10, в 11. Она. Сколько тебе еще минут ждать? 12. 12 минут, а какой урок будет? Сама не знаю. Сама не знаешь? Ну, давай. У тебя какие уроки? Или ты сама должна делать? Да, сама, английский нет. Ага. Понятно. Если у нас есть это... Вопросы? Да, мы... А я спросила, если у нас в 10 мы должны идти в школу, это отнести и другое принести. Угу. Я спросила в школу. Ну но да. Мне еще не ответила. А к Каролине тоже же надо идти каждый понедельник? Нет, это библиотек. А где Каролине задание? Вот. Тут написано. Они могут... Это 24-го Фрайтаг. До 10, до 12 можно. Нет, там было, а там у него было написано каждый понедельник. Не пятницу, а понедельник. Ага. Она должна Помнишь? Идти в библиотеку. Не знаю. Нет, там было написано, что она должна идти в класс, забирать задание. Ага. Родители должны приходить. А что вы пишете? Закончила? Нет. Молодец. Давай решай. Эхо какое-то, слышишь? Потому что у них включен сильно этот звук. Я совсем ничего не слышу. Ну что там тебе сказали? Ничего, просто показали веб-сайты, вот этот Learning View. Она нам сказала, показала, как это все. Идет. Мама, ну помоги! Так учиться когда будете? Вы по видео будете учиться или нет? Дома? Сами? Если, по-моему, каждый понедельник, они нам будут звонить. А, рассказывать там, объяснять? Не знаю. И все? А так вы будете сами заниматься? И до какого числа? Какого числа? До какого числа, не сказал? 24. Майя? Я сама не знаю, я забыла. Угу. Не знаю, пока они вам скажут. Пойдем, Бонни, шланг бери. Да. Мама, что? Потом после меня будет Вероника Андрей. Маргарита, у тебя что? Весеннее обострение? Нет. А? Мама, а что у тебя? Мама, ты Мартина. Тут она нам объясняет, как это делать. Так я не пойму. Это домашнее задание твое? Что? А, это все, что ты должна сделать? Да, мы завтра будем разговаривать.
Она должна вот так, потом должна мое имя сказать, потом отключить микрофон. Ага. Потом, когда она что-то будет спрашивать, мы сюда зайдем. Потом, угу. Если мы пани... Попни, попни, попни! Зеленая, если нет, значит красная. Угу. И все. Понятно. Что с тобой? А тебе что? У тебя уроки когда? В общем, мы не можем делать, как мы хотим. В смысле, когда ты хочешь? Да, но мне надо все закончить в пятницу. Ага. Что-то так темно. Тебя сносит. Только митва, монтаж и митва мы все приносим. Тебя с этой шапкой за километр видно, наверное. Да? Да я ее видела вон там. Она была в Сангале. Я ее видела. Маргарита. Мне сейчас сказала, надо делать уроки. Мама, мне надо. Да, давай, делай уроки. Найсен группа. Мерсен фифтенекс найфер. Ага. Сколько человек сейчас будут связываться? У вас английский будет или что? Английский? По видео? Мы будем делать английский. А с вами и на английском только говорят или на немецком? Тоже на немецком. Да? Не только английский. Угу. Значит, Ксюша сейчас будет английский делать. А ты не нравится мне. Ага. Почему? Надо что? Английский знать. Уже 18 минут. Окей. Если немецкий знаешь, то английский несложный. Угу. Да? Маргарита уже отучилась, а Ксюша сегодня с обеда учится. А завтра с утра? Завтра у нас онлайн с ученицей. Угу. Ну, без камеры. Угу. И без, да, с камерой, но без аудио, не знаю. Камера включена. Вы только ее будете слышать. Чтобы не все разговаривали потом громко. Сколько осталось? 17 минут? Ну, так, 8 минут, да. Или я буду с наушниками. Мы хотим послушать твою учительницу. Ну, хорошо, значит, будем без. Ну, послушаем, потом, если хочешь, захочешь, включишь. А потом уйдем. Немножечко тебя поснимаем, потом уйдем. Не, сними шапку. Ксюша. Я вам подружке помогла с этим, что она не нормально говорит. Сейчас тебя не слышит? Почему? Потому что, когда ты что-то спрашиваешь, ты должна включать камеру и микрофон. Там есть у нее такая рука. А тебя видит? Нет. Почему? Потому что я выключила. Почему? Мы не должны включать. А там кого-то видно? Да. Okay. Кто включает? Точно не должны включать? Нет. А, хорошо. И что сейчас должны делать? А? Что сейчас должны делать? Мы сейчас должны делать. Вот тут. Задание? Так, все, пошли сюда. Не мешай. Выходи. Выходи, говорю. Маргарита, не мешай руки делать. Да не здесь надо делать, ты мешаешь. Маргарита. Мне нельзя к ней заходить. Мне нельзя к ней заходить. Так, завтра ты будешь ей мешать тогда. Ну хорошо. Ну хорошо, говорит. Хорошо. Выйди. Выйди, говорю. Маргарита, ты мешаешь делать уроки. Давай, выйди отсюда. Пошли туда. Пошли. Сколько у тебя часов занятий? Я заткнулась. Один час. Один час? Окей, все. Несколько минут. Ай, не надо. Я сама пошла. Ну, я сама пошла. Все. Куда надо? Говорит. У нас тут урок труда. Ксюша плетет эти, браслетик плетет, им дали задание, вот, правильно. Так, теперь вот эту ты оставляешь вот и берешь эти, белую. Вот это вот сюда. Да, потому что белая главная, теперь, да, вот так. Теперь смотри, что правильно-правильно вот так вот он должен, вот. Вот. Еще раз. Получается такой вот у нее узорчик. Вот.
Давай, давай, тяни, не бойся. Вот. Теперь бери следующую. Голубенькая. Угу. Тянешь. Молодец. Пять. Тянешь. Молодец. Дальше берешь такую вот. Вот эту, да? Угу. Угу. У тебя получается? Маргарита делает то же самое. Правильно? Ты должна смотреть. Вот у тебя тоже такая есть проблемка. Да, давай я посмотрю, как ты делаешь. Так вот. Да, правильно. Два раза. Да, два раза. Угу, вот. Потом берешь следующую. Следующую опять. Угу, еще раз. Неправильно делаешь. Да, дальше. Угу, еще раз. Угу, следующую. Все, Ксюня закончила свой браслетик. Теперь нужно ей положить в конвертик. Прощай. И отнести в школу завтра? Да. Вот, завтра. Они в школу, кстати, ходят. Периодически они ходят за заданиями, либо они ходят отдать свои уроки, если они сделали. Вот, приходят в школу, отдают и уходят. Там они, конечно же, ни с кем не приближаются никому. У них дистанция 2 метра друг от друга. Так что все по правилам. Ну, 4 заходят в класс. Ну да, они зайдут, но они, получается, близко не стоят. Не здороваетесь, не прикасаетесь, ничего. А без масок приходите? Маски не говорят приносить, нет? Пойдем посмотрим. Мальчики, я не разговариваю. Им пофиг, они все. Ну, мальчики есть мальчики. Посмотрим, что там, Маргарита. Как у тебя дела? Нормально. Что так медленно? Ксюша уже закончила. А, пойдем кушать. Вас никто не просил туда лезть. Уже Маргарита. Эти двое в пирамиде, а мне в школу пора. Ну пошли покушаем, потом будешь делать. А я никак. Пойдемте кушать. А мы сегодня решили пельмешки слепить. Ну да. Да, мы лепили уже недавно. Нам захотелось еще. Такая вот штучка у нас. Мы не лепим по одной, а вот так вот делаем. Как соты, да? Похоже. Угу. Вот у нас одна там партия там лежит уже. Значит, у нас тесто, фарш. Катаем, катаем. Нужно сильно, чтобы там продавливались вот эти вот все. Да. Вот эти вот штучки. Да, и потом будем переворачивать и стучать, чтобы не попадали все. Так вот. Самое важное это. Да. Угу. Буди. Так, как крутишь, так там до следующего убираем. Дай мне, я хочу поносить. Я помою руки. Если у меня будет перчатка. Это как слайм. Не взять тебе фарш. Так, теперь берем. И вот так вот. Пельмешки получаются аккуратненькие, ровненькие, одинаковые. Все, раскладываем. Давайте. Туда на досточку. Все, здесь только бери, оставляй. Нормально. Это следующий. Давай сделаем счастливый один. Давай. Накатай один шарик, и я на него... Или вот сюда. Накроши перец. Все, теперь покатай его там. Хорошенечко. Кому попадется, тот счастливчик. Загадывает желание. Мы в прошлый раз делали, попался папе. Да. Мы так раньше всегда делали. Ой, какой он будет острый. Опа. Слайм с добавками. Давай. Давай, раскладывай. Сейчас у нас уже водичка кипит. Скоро папа приедет, будем ужинать. Да? Сделаю я тебе, сделаю лепешечки. Макс у нас не кушает пельмени, мясо. Ну, я да. Только тесто. Да?
Я сделаю я тебе. Вот он. Где там наш ежик сидит? Вот он, вот наш ежик. Да. Мы тут яблочко закинули, морковку. Не знаю, что он будет, не будет. Но он пока вот так вот сидит. Ну, она мальчик. Нюхает, копает, хочет выбраться. Да, она мальчик. Она мальчик или он мальчик? Он. Она мальчик. Она говорит мальчик. Он. Он мальчик. Не знаю, я мальчик это или девочка. Она мальчик. Я не знаю, мальчик это или девочка, но в общем. Я знаю мальчик. Сейчас приедет папа. Посмотрим, нужно клещей вытащить. Ау, да. У него там штук, наверное, 5 клещей. Да. А потом отпустим. Ага. Вон там они у него прям что на голове. А потом отпустим туда. Да. Вот он такой хороший. Маленький. То не маленький совсем, больше, чем с ладошку. Да. А зайчик? Шумел в кустах. Девчонки услышали, думали, это кошка. Нет, сначала я думала, что это цветок от Stranger Things. Насмотрела всяких ужастиков. А там ежик. Ёжик... Так тоже был в кустах, наверное. Там просто ежик сидел. И потом мы думали, что это кошка, но это был ежик. Угу. Да, мама, она мальчик. Она мальчик, смотри. Носик вытащил. Да, мальчик. Да, она мальчик, да? Он мальчик. Привет. Ты прячешься, да? Копает, там хочет выйти, все, ищет выход. Ты к себе домой хочешь, да? А? Малыш. Но ты не идешь. Малыш такой, малыш. Ты малыш? Малышка. Смотришь так. Папа пойдет выпускать. Макс, ты не ходи туда, там холодно. Папа сам выпустит. Че, папи? Все побежали. Сразу все. Все, уроки все сделали. Я уже со всеми уроками закончила. И что это значит? Ничего нету. Мне? Да. Вообще уроки не нужно делать. Да, надо, не всегда тут нужно. В смысле все уроки сделала? У меня больше нет уроков, у меня больше нет заданий. А, ну тебе новые дадут? Да. Только на следующей неделе. Ну да. На следующей неделе тоже вы будете учиться здесь, да. Дома? До какого числа они сказали? До 13 мая. Мы сегодня рисовали на штанах. У Маргариты вот такой вот значок, лайки. И звездочки. Да, и звездочки. Обрезала она свои штаны, джинсы, которые ей уже короткие. И сделали шортики. А где твои шортики? Они у меня в шкафу. Мы еще Ксюне рисовали. Снимали, кстати, видео в лайки. А у нее Билли Айлиш. Угу. Вот это же значок этого. Не значок, а расцветка. Ванс. Да. А здесь вот Билли Айлиш. Значок. Логотип ее. Но они мне чуть-чуть давят. Да? Нет, когда их очень сильно заворачиваю. Ну не заворачивай так, не обязательно заворачивать. Можно так оставить. Не обязательно заворачивать. Они могут так вот обрезанные быть. Мама, смотри. Ладно, все, давайте. У меня тут... Резинка. Нет, это помада. Зачем? Вот это 100% не помада. Нет, это не помада. Ты бы так ее не оставила, потому что она бы смазалась уже. Да, это помада. Это не помада, это воск. Это воск. Это воск. Я тебя раскусила. Это воск. Да. Ну ты воск намазываешь помадой, а потом мажешь. Да. А мне вот так. Ну, вот так. Вот так, ну. Я уже говорила, нет, ну правильно. Не правильно. Ладно, все, собаку выгуливай, Маргарита. Вот эту игру. А тебя во сколько будить? Не надо мне будить. Не надо будить, точно? Хорошо. Ладно, все, спокойной ночи. Всем пока. Пока. Всем спокойной ночи.
Все, пока. Детвора, всем пока. Они тут играют. 10 часов ночи, и все. Кровать.